Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Ну, у меня произошло столько новых событий, и хочу с вами поделиться. Так как уже весна не за горами, цветы меняются, то одно зацветает, то другое, то кто-то цвет набирает, то листья выкручивают. В общем, сегодня я хочу вам показать. Порадовала меня монстера. Такие красивые листья разворачивает. У нее даже не один листик, а два выкручивается. И среди темной зелени очень красиво смотрится. Цимбидиумы у меня очень хорошо выросли за зиму. И у них и сейчас идет рост. Цвели. Цвели не сильно обильно, но цветы были. Я показывала там в одном из видео. Спатифилум сенсация тоже радует меня своими листьями красивыми. Смотрите, вот еще один новый появился лист. Листья очень крупные. Очень крупные и красивые. Ну, это мои мандарины. Все хорошо. И пойдемте на мое окно. Посмотрите. Орхидея мельтония. Красотка. Какие красивые они. Ее цветочки. Еще и ароматные. Очень приятно пахнет. Но она у меня капризничала. Очень долго не цвела. И вот в этом году решила меня порадовать. Цветочки крупные. Крупные, яркие. А здесь по соседству декабрист. Ну, как его в простонародье говорят. Белый. Ну, очень... Ну, красиво смотрится. Все растения, которые цветут, они, конечно, красиво смотрятся. У него, посмотрите, сколько много бутончиков. Красавчик. Такой вот. Представляю, когда все распустятся, он такой весь беленький будет, нарядный. Орхидея камбрия тоже цветет. У нее вообще много цветоносов. Это ее домашнее цветение. То есть дома она тоже цветет, в принципе, нормально. В том году она у меня цвела, и в этом году зацвела. Сейчас у нас середина февраля. Так что вот, цветем. Ну и моя красотка мединила. В этом году она меня тоже решила порадовать своим цветением. На сегодняшний день она уже... заложила бутоны для цветения. Представляете? Вот, вот. В общем, из каждых, видите, и листья, и бутоны. То есть, представляете, у нее везде-везде, вот там тоже покажу, видите, бутоны появляются. То есть, моя красотка. У меня есть видео на канале, как она у меня цвела. В том году, и это домашнее цветение, и это тоже второе домашнее цветение. То есть вообще, она меня, конечно, радует. Все знают, что мединила очень капризное растение. И тем не менее, все-таки за ней можно научиться ухаживать, понять, что она любит, и она будет радовать пышным цветением. А цветение у нее на самом деле пышное, шикарное. Обязательно буду показывать ее, как она будет мне распускаться. В том году были цветоносы у нее по 80 сантиметров свисали. Поэтому сейчас она у меня стоит на таком столике. Он такой узкий. Как раз она очень хорошо будет смотреться, когда будут свисать такие... красивые бутоны. Кофейное деревце мое, посмотрите, оно тоже все усыпано в цветочных почках.
Но я это уже говорила, у меня недавно было видео. Я рассказывала, как я за ним ухаживаю, снимала с него плоды, ягодки созревшие. Это был мой первый урожай. Если кому-то интересно, можете зайти на мой канал и посмотреть. Вот такой вот пушистик мой. Очень пушистое деревце. Моя алоказия. Такая большая. Смотрите, у нее листья просто друг за другом появляются новые. Но она, конечно, красивая. Если ее еще поставить, допустим, в помещение, в комнату, где она будет там одна. В общем, в интерьер она очень хорошо впишется. У нее очень красивые листья. Такие велюровые. И цвет, видите, такой зеленый с таким каким-то серым, с коричневым оттенком. Ну, лопухи-то у нее такие большие. Бугенвиллии у меня постоянно цветут, но вот здесь попадает очень так хорошо в кадр. Особенно вот после обрезки, как только начинает солнце, да, пробиваться, все, бугенвиллия сразу начинает цвести. Вообще такое благодарное растение, очень. Мне очень нравится бугенвиллия. Просто обожаю это растение. Тем более можно формировать как хочется. Можно выращивать лианы, можно деревцем, ну вообще, можно привить, но столько вариантов много. У меня тоже есть на канале очень много видео про бугенвиллию, можете зайти и посмотреть. Ну, здесь орхидеи. Орхидеи у меня тоже, вот кто-то в разгаре здесь цветение, да, я уже показывала. И посмотрите, сколько много еще будет цветов, сколько много цветоносов новых. И здесь, видите, везде, 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 везде. Ну, там у меня одеши, одеши еще такие, знаете, вот здесь вот правда, видите, одешки тоже зацветут. Ну, здесь, конечно, немного вдали от окна, но здесь, конечно, лампа, но все равно адениумы, конечно, очень любят солнце. И поэтому, вот когда солнца недостаточно, у них начинают листочки желтеть. Но ничего. Здесь тоже, посмотрите, какой цветонос. Ну, там у нас симоша и бали. Симон решил немножко поиграть с балюней. Симош, ну ты его сильно-то там не кусай. Вот лижет его, лижет. А что? А что? У вас любовь, да? Вот такая любовь. Ну и быстренько свое цветущее окно. Здесь у меня бугенвиллия цветет. Смотрите, какие крупные прицветники. Очень крупные. Ну, здесь, конечно, против света. Вот. Ну, конечно же, не могу показать и в ванной мои бугенвиллии. Смотрите. Красота. Красота и только. Тоже цветущее окно такое. Цветы меня радуют, конечно, очень радуют. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующем видео.